Так, дорогие коллеги, здравствуйте. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить про автотуризм, который в значительной степени благодаря пандемии открыли для себя тысячи наших сограждан, внезапно обнаруживших, в какой красивой, удивительной и интересной стране мы живем. Собственно, именно по этой причине все мы сегодня здесь, на первом международном форуме по автотуризму и караванингу, проводимом Федеральным агентством по туризму. Этот форум предваряет еще одно знаменательное событие, а именно международный фестиваль FICC International Rally, в рамках которого уже совсем скоро, в 2022 году, любители автотуризма и кемпинга со всего мира отправятся в увлекательное путешествие по нашей фантастической России. Слово предоставляется исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Александровичу Ремига. Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые организаторы, ну, во-первых, от лица Владимирской области всей, да, огромное спасибо, что как площадку выбрали именно наш регион. Для нас это крайне важно, потому что вообще автотуризм и караванинг – это тема характерная для Владимирской области, потому что все, без исключения, муниципальные образования нашего региона, они полны истории, культуры, достопримечательств, и событийностью. И я не устану повторять о том, что и напоминать об этом, что Владимирская область – это тот регион, в котором 8 памятников ЮНЕСКО, более 3500 памятников, которые относятся к историко-культурным ценностям России. И, безусловно, мы не останавливаемся на этом фундаменте. Это действительно история, культура – это фундамент для Владимирской области. Мы думаем о том, как экскурсанты и туристы будут проводить время, и уделяем особое внимание и событийности. И есть на территории Владимирской области проходят всероссийские известные мероприятия. Это и Вишневый, и Яблочный Спас, и разные другие мероприятия, День Огурца, и День Валенка. И понятно, что мы двигаемся дальше, событийность прибавляется год от года. Сейчас, например, новое веяние, да, которое пользуется активно у автотуристов в первую очередь, это посещение наших исторических усадеб. Это усадьба, например, Жуковского и усадьба-замок, да, в таком готическом стиле Храповицкого, которая сейчас на данный момент передана Владимирско-Суздальскому музею-заповеднику, и мы выстраиваем планы по преображению этой усадьбы, по приведению ее в порядок, а это целый комплекс мероприятий, там и конюшни, и скотные дворы, и элементы благоустройства, ну и, конечно, отдельные главные сооружения. И таких усадьб на территории Владимирской области более 40. И действительно, мы получаем отклик от наших туристов, что они туда едут, что они там проводят время, им интересно, они изучают историю через посещение таких объектов. Сегодня вообще в целом, если взять Владимирскую область, мы отдельное внимание уделяем брендированию региона, его позиционированию. И для нас крайне важно, конечно же, это мероприятие. И мы для себя сформировали, знаете, такую формулу, что мы ждем вообще, и как мы приглашаем наших гостей. Владимирская область – это территория, место для жизни и инвестиций. Мы не рассматриваем каждого экскурсанта и туриста как людей, которые приедут к нам только в гости. Мы рассматриваем каждого нашего гостя как потенциального жителя в будущем Владимирской области и наших инвесторов. И с этой стороны огромное спасибо Ростуризму, во-первых, за те программы и начинания, которые особенно случились за последние 2 года. Мы видим четкий импульс от Ростуризма и, самое важное, генеральную линию, да, на которую ориентируются все регионы. Вы очень сплочаете сейчас, и даже наши соседние регионы, мы уже понимаем, там Ярославская, Ивановская область, да, что в синергии мы добиваемся значительно большего.
нежели каждый сам по себе выстраивая свои программы, направленные на туристическую отрасль. Мы сейчас находимся в ПТК «Суздаль», у нас здесь присутствует собственник этого учреждения. И я могу сказать, что он, конечно, расскажет еще, Олег Владимирович, более подробно, но вы, если обратили внимание, при входе, да, идет строительство спортивного объекта, да, который планируется к сдаче в 2021 году. В 2022 году на территории этого комплекса будет запущен аквапарк. Что такое для нас, для Владимирской области и для Суздаля эти мероприятия, эти направления? Это 97 видов спорта, это 20 видов спорта олимпийских, да, которые потенциально могут использовать эту площадку круглогодично. Соответственно, круглогодично мы можем принимать гостей по спортивному туризму в том числе. И для нас это важно. И здесь крайне важно. Позиция Ростуризма, ваша поддержка, мы, надеюсь, выработаем механизмы, как помочь нашему инвестору в том числе. И, конечно же, отдельное спасибо Зарине Валерьевне за ее инициативы и вот за этот импульс, который заряжает все регионы на развитие туризма. Спасибо. Спасибо большое, Александр Александрович. Действительно важные слова и абсолютно честные, потому что вот я сам как турист в этом году 6 раз был в Владимирской области, каждый раз открывал для себя что-то новое, и, конечно, жемчужный регион для меня стал абсолютно невероятный. Суздаль, в котором сохранен, и, мне кажется, каждый житель этого города тоже в этом участвует, уникальный историко-архитектурный ансамбль. И поэтому я считаю, что абсолютно не случайно мы все находимся сейчас именно в этом месте, географической точке, потому что еще 43 года назад ГТК «Суздаль» стал первым туристским комплексом международного класса на Золотом кольце, возможно, и во всей России в тот момент. В 2011 году здесь был открыт первый в нашей стране кемпер европейского уровня, в котором лично я тоже проводил время в кемпере. Это действительно так, не пустые слова. Приглашаю к микрофону генерального директора ГТК «Суздаль» Олега Владимировича Жукова. Всей страной более порядка, значит, 7 институтов и целый ряд, так сказать, профильных организаций участвовали, и как вот было принято решение, значит, на предмет строительства данного комплекса. Время советское, подход системный, правильный, работали профессионалы. И при его, так сказать, проектировании строительстве была создана целая, ну вот сейчас модное правильное название, то есть кластер. Значит, и было создано целый ряд, значит, объектов. Помимо самого комплекса, значит, серьезная инженерная инфраструктура для общегородская, строительство автовокзала, значит, были проработаны, значит, технологии, маршруты, значит, размещение автобусов, мест питания, были задействованы на тот момент. Был свой подход, в том числе и памятники истории, значит, на территории Покровского монастыря были, значит, выстроены места размещения, рестораны, так сказать, целая индустрия инфраструктуры, что на тот момент позволяло нашей стране зарабатывать валюту. Так? Значит, на тот момент в тех деньгах было, значит, вложено и проинвестировано порядка 62 миллионов долларов, так? Вот, в строительство всей инфраструктуры. Значит, и, в общем-то, при проектировании было учтено, значит, развитие, дальнейшее развитие, и были, значит, то есть границы данного комплекса, они в исторических, то есть земельный участок в исторических границах, как он был сформирован тогда, с учетом перспективы и развития.
Ну, а наше дело уже, значит, на имеющихся потоках, вы знаете, как вот тропинку протаптывают, так, вот там дорожку надложили. Значит, в общем-то, имеющиеся потоки, они были всегда. То есть это потоки автотуристов, караванеров, значит, но не было инфраструктуры. Они стояли на обочинах, они стояли на центральной площади торговых Суздаля, так, не имея, так сказать. Поэтому было принято решение, мы пользовались, опять же, очень важно не нарушить, и, в общем-то, город Суздаль требует такого особого подхода, так, и не нарушить вот эту атмосферу, и, в общем-то, здесь все надо делать аккуратно, с чувством, с толком. Значит, мы брали за опыт, не надо ничего выдумывать, значит, европейский опыт, так, при проектировании данного объекта пользовались консультациями, я думаю, что многие здесь в зале, да, опытом искушенных потребителей данных услуг. Значит, и там просто был выполнен необходимый, привычный набор услуг, значит, была определена привычная ценовая политика на эти услуги, значит, и надо отметить то, что каждый год, значит, абсолютно верно, значит, в 2013 году, в 2011 году мы приняли решение, по-моему, в 2011 году или в 2013, не суть, мы его запустили, да. Значит, и действительно, динамика, значит, роста притока туристов, то есть в данном направлении, она, в общем-то, видна на таблице, да. И, в общем-то, все это друг друга дополняет. Также хотелось бы отметить, что вот Александр Александрович Ремига, так сказать, напомнил, и время не стоит на месте, и действительно, значит, одной историко-культурной составляющей мало, немножко вернусь туда, к слайду. Строительство данного объекта, значит, в комплексе караванеров, значит, нам позволило, значит, помимо дополнительного притока, я вообще так сказать, нам позволило провести в 2017 году, значит, первый международный фестиваль Golden Ring Rally, значит, где при поддержке целого ряда федеральных ведомств, в том числе Ростуризм, значит, где было более 250 участников, порядка 30 стран мира посетили, ну и положительные отзывы и все остальное. Значит, также хотел бы сказать, и вот вернуться к этим двум объектам, да, действительно, к сожалению, это несколько затянулось, это порядка 7 лет. Вот в этом году, все-таки 7 августа, мы получили разрешение на строительство вот этих двух объектов, да. Значит, действительно, они, значит, сейчас совместно с Владимирской областью мы ведем, так сказать, работу по присвоению, в общем-то, так сказать, всему комплексу, значит, кластеров, где в непосредственной близости, в шаговой доступности мы имеем объекты проживания, питания с огромным опытом, значит, и, значит, спортивного спорт-объект и развлекательный объект, это аквапарк. Значит, оба объекта были спроектированы при, скажем так, сопровождении наших архитекторов, но нашими партнерами немецкой компании студии Горлица. Значит, спорткомплекс, что он из себя представляет? Это 6 тысяч квадратов, это два универсальных зала, значит, один зал с трибунами на 1000 мест, который позволяет проводить конференции, значит, охватывает, значит, 97 видов спорта, 20 которых, из которых олимпийских, с возможностью проведения соревнований любого уровня. Значит, инженерное оснащение, техническое оснащение очень серьезное. Значит, те решения, которые применены, позволяют, скажем, значит, Первому каналу приехать, вот здесь есть коллеги, значит, и без доп. Оборудования вести съемки, значит, онлайн-трансляции, значит. Да, этот объект мы планируем, я надеюсь, введем, значит, до осени 2021 года. Значит, работа активно ведутся. Аквапарк.
это объект площадью, значит, в 10 тысяч квадратных, 10,5 тысяч квадратных метров, с количеством посещений 350 тысяч посетителей в год емкости, значит, что позволит, в общем-то, задержать потоки, то есть увеличить срок пребывания в Суздале. Ну, что можно еще добавить? Ну, на наш взгляд, вот это уникальный пример создания кластера, значит, который постоянно позволяет, так сказать, возобновляет интерес у гостей непосредственно, так сказать, внутреннего туризма, ну, иностранных, которых он не ослабевает. Как тут так. Спасибо. Мне кажется, вы достаточно скромно рассказали о своих достижениях, потому что объекты, которые вы строите при поддержке руководства Владимирской области, с таким существенным объемом частных инвестиций, это действительно федеральный уровень, и я бы даже сказал, уровень международный, потому что далеко не везде подобное есть, это очень здорово. А теперь к нам присоединится руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Валерьевна Дагутова. Так, с вами на связи.
приветствую вас. Здравствуйте. Хорошо слышно? Да, отлично. Все на связи, наши коллеги, гости. Можно начинать? Уважаемый господин Перейра, уважаемый господин Дейлор, уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги, наши дорогие гости, которые сейчас находятся в Владимирской области в Суздале, всем добрый день. Я рада вас приветствовать на торжественном открытии международного форума по туризму и караванингу. И мне очень приятно, что в столь тяжелое для всего мира время мы находим возможность собираться по позитивным поводам, которые связаны с развитием туризма и индустрии гостеприимства. Напомню, что в июле 2019 года во Франции в рамках Генеральной ассамблеи Международной федерации кемпингов «Карамон» Россия компания получила первенство в проведении международного фестиваля FICC International Rally, который пройдет в нашей стране в 2022 году. Это самое престижное мероприятие в мире караванинга и автотуризма. Его проведение в России, безусловно, будет способствовать появлению нового развития российского автомобильного туризма. Сегодня автомобильный туризм приобретает особую актуальность в сложившейся ситуации. Мы в России делаем акцент особо на развитие автомобильных маршрутов, особенно если они связаны с отдыхом на природе. Это такой в мире очень популярный вид путешествий, очень быстро развивающийся. И, конечно, автопутешествия, караваны, все виды автопутешествий становятся в современном мире таким стилем жизни, образом жизни. Мы рассчитываем, что успешное проведение этого мероприятия, которое мы сейчас готовимся, и сегодняшнее мероприятие – это важная веха в этом подготовке. Мы уверены, что это мероприятие позволит открыть уникальную природу и культуру нашей страны для миллионов караванеров и автолюбителей со всего мира. Премьер-министр России уже подписал все необходимые документы относительно введения в Российской Федерации со следующего года режима электронной визы по всей стране, для 52 стран. Вы знаете, это историческое для российского туризма решение было принято президентом Российской Федерации в прошлом году. Все необходимые процедуры формальные уже завершены. И со следующего года, с 1 января 2021 года, в Россию можно будет въехать по единой электронной визе для жителей 52 стран. Мы уверены,